Рецепт пельмешек по-лугански. Значит, нужно взять старую маленькую кастрюльку, залить кипятком пельмешки вместе с одним кубиком бульонным, поставить это все на огонь, варить 10 минут, а дальше будет продолжение. Далее берем немножечко зеленушечки и измельчаем ее. Этого на одну порцию хватит. Теперь берем немножечко маселка и добавляем его в нашу тарелочку. И теперь отправляем наш укропчик в тарелочку. Ну вот, наши пельмешки готовы. Теперь нам нужно переложить их. Перекладываем. Даем немножечко маслу подтаять и заливаем бульоном. Пельмешки с укропом и для укропа по-лугански готовы. Приятного аппетита!